Майстер-класы от каратистов с усветным именем. У Гомеле прошел международный научный сбор по карате. Белорусских спортсменов учили не только основам японской борьбы, але и володанием зброей. Тренировку наведала Вероника Гамзюкова. Международный сбор объединял совместные тренировки, методичные занятки и судейский семинар. Серед удельников – переможцы и призеры сусветных першинствов. Усяго 150 человек. Майстер-классы проводили чемпионка света по кио-кусинкай, россиянка Анжелика Сабаева и японские инструкторы Такуя Козава и Катара Ямашиты. Приезд майстров из Японии – это уникальная подея для белорусских каратистов. И они могут показать то, что с книжек не доведаешься. Белорусы очень старательные, и пусть они продолжают оставаться такими же и продолжают усердно тренироваться. Коли гости из краины у заходящего солнца учили боевым навыкам, то основы карате раскрывала россиянка Анжелика Сабаева. Покуль белорусы соступают россиянам, але як отзначает чемпионка, коли наши спортсмены протягнут дбайно заниматься, одночи смогут стать первым номером на пьедестале. Уровень подготовки бойцов достаточно хороший. Мне это очень радостно, потому что на одной волне, как профессионалы с ними разговариваем, они понимают, делают то, что максимально могут. Самое главное для них – это упорство, потому что есть спортсмены, которые немножко им не хватает, вот прям совсем чуть-чуть, и они сдаются. То есть вот бои, например, идут, последние секунды, и вроде бы нужно взорваться, и они утихают. На майстер-классе были спортсмены разных уровней подрыхтованности. Яны приехали из усіх регионов Беларуси, России и Украины. Для их это был своего рода марафон боев, где яны могли открыть и запозычить для себе нечто новое. Призер дитячего чемпионату света Катерина Юшкевич каже, что смогла отпрацовать технику ударом ногами. На этих мастер-классах показывали очень много нового, показывали работу с освещением, с различными, вот, чего нам очень не хватает в бою. Вот. Работа, когда ты смещаешь соперника, к примеру, к краю татами, и что при этом нужно делать, вот, как себя вести. Вот. Далее нам показывали различные комбинации с руками, с ударами руками. Вот. Я думаю, что это очень важно для нас, потому что в основном ребята работают ногами. Вот. Очень важно подключиться к этим. Вот. Такие сборы мероприемства регулярные. Например, у Гомеле штогод ладятся зимовые и летние школы карате. На них приезжают майстры из других стран. Для спортивного росту это очень добра. Гомельская школа кумите – найстарейшая в Беларуси. Такими достижениями похвалиться покуль не может ни один другой город страны. Достижениями гомельской школы в кумите пока никто не может похвастаться. Лучшими, по крайней мере. Были ребята там катисты хорошие из других регионов и бойцы хорошие из всех регионов, но на сегодняшний день все-таки Гомель, ну, у нас лучшие титулы, скажем так. У сакавіку Гомель прыме кубак по лесе, а у красавіку отбудется дитячий международный турнир «Дружба без межаў». Лепшие отправятся поранять гонор краины на чемпионат света у Берлин. Вероника Гамзюкова, Игорь Марыщенко, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».